С вами сейчас выезжаем на космодром Восточный, на первый космодром гражданский нашей Российской Федерации. Технический комплекс космодрома Восточный предназначен для приема, сбора, хранения и проведения комплексных и генеральных испытаний ракеты космического назначения. То есть космос начинается с Земли, это все происходит здесь. Самая красивая часть ракеты, пойдем сюда, это хвосты. Чтобы стать летчиком-космонавтом, сейчас люди 8 лет готовятся к этому, чтобы полететь в космос. Подготовка 8 лет. Современные системы безопасности и охраны труда позволяют теперь на минимальном расстоянии совмещать производство. То есть расстояние в Плесецке и на Байконуре между МИКами от 30 до 50 километров. И чтобы из одного МИКа добраться в другой, это занимает целый день. Вот здесь уровень безопасности позволил монтажно-испытательный корпуса создать на таком ограниченном пространстве, соединить их всех транспортерной галереей. Так, все зашли, да? Значит, вот это основная пультовая. Непосредственно отсюда происходит пуск ракеты-носителя. Сзади у вас за спиной, это рабочее место первого номера совместного расчета. То есть на каждый пуск формируется совместный расчет. Мобильная башня обслуживания, визитная карточка нашего космодрома. Вот. И непосредственно пусковая установка.